Вы их информируете, информируете, а они что-то не информируются. В HR-отделе одного банка ко мне обратились и говорят: «Паша, мы не знаем, почему люди не слушают нашу презентацию. Мы рассказываем им про новый регламент». Я говорю: «А что будет, если они не будут вообще слушать этот регламент и будут саботировать то, что вы им рассказываете?» Они говорят: «Ну, в конечном итоге они будут делать ошибки, это приведет к увольнению». Я говорю: «Начните с этого». И удивительно, в том банке начали свой рассказ примерно так: «Друзья, у нас новый регламент, и очень важно слушать его, потому что если вы не будете слушать, мы вас уволим». И удивительно, количество ошибок сократилось на 72%.